Вот что-то делают с моими колесами. С моими колесами. На станции техобслуживания. А вот здесь вот меняют масло, ремонтируют двигатели, занимаются обслуживанием автомобиля. Посмотрите, сколько надо всего. Сколько надо всего, сколько вообще всего надо, сколько надо всего, чтобы этот бизнес работал. Вот то, что мне сейчас делают, развал схождения, стоит... Стоит $25. $25 всего-навсего. Профессиональный человек, час работы с использованием различных приспособлений, инструментов, всяких разных устройств, в том числе сложных, дорогостоящих. Вот компьютер, например. Для того, чтобы сделать эту процедуру, поставить правильный колес. Вот все это, вот все вот это стоит. Вот автономное питание, насколько я, это, значит, устройство для того, чтобы воздух нагнетать. Значит, вот чтобы все вот это работало, вот это все вот это, вот эта станция техобслуживания, нужна куча денег. Нужна куча организационных усилий для того, чтобы человек, владелец этого бизнеса, начал получать доход. Вот сейчас мне за час работы, может быть, полтора, отрегулируют колес на автомобиль и возьмут с меня $25. Продавец, кассир, бухгалтер, уборщица, несколько сотрудников. И все это. Их оплата, обслуживание, пенсионный фонд, налоги. Боже мой, как я представлю, что это значит? Бизнес для этого владельца, для хозяина. Какая это головная боль. Запчасти, инструменты, материал разнообразный. Масел там и прочее. Страшно представить. Огромные каталоги, перечни. Все это должно быть в наличии. А иначе приехал клиент, который прав, и ему ничего. А вот по соседству человек, которого я знаю уже, наверное, лет 25, может быть, 30. Вот только что он отъехал сейчас. Он был молодым парнем. У него была маленькая занюханная мастерская по ремонту электрооборудования. Вот сейчас, за 20 с лишним лет своей деятельности, он достиг вершин. Смотрите, вот у него уже своя серьезная станция по ремонту электрической части. Вот это предел его бизнеса. Он только что вот отсюда отъехал на новой машине. До этого он ездил, я видел, на Volvo 1911 года, наверное. А сейчас он отъехал на машине, которая называется самый маленький Chevrolet. Самый малюсенький, занюханный Chevrolet, который стоит копейки. У него просто есть деньги на хлеб, он бизнесмен. Или вот. Но это уже серьезный парень. Может быть, он и зарабатывает. Ну, не знаю. Не знаю. За $30 покупаешь бизнес-пакет, получаешь право вести бизнес с серьезной компанией, в которой хороший продукт. Закупаешь на несколько сотен долларов товар и начинаешь его
продавать, распространяя в своем окружении. И зарабатываешь реальные деньги. За 30 купил, за 45 продал. Продукт, который творит чудеса с твоей машиной. Добавил в топливо и экономил 20-30%. Сразу, очевидно, не надо ничего рассказывать, убеждать, доказывать. Если кто-то, да, я вижу, хочу. Ну, к примеру, я в таком бизнесе. Вообще, любой сетевой бизнес. Но сегодня актуален такой продукт. И строй команду, привлекай в бизнес таких же людей, которые будут делать то же самое. Вот я работаю. Вчера было двухмесячное юбилейное событие у меня. 2 месяца, как я в бизнесе. Первый месяц 200 партнеров, второй месяц 400 партнеров. Итого 600 за 2 месяца. И все растет, развивается. И не потому, что я везде успеваю, а потому, что у людей свой собственный интерес. Они за 30 долларов купили себе не вот это вот, эту головную боль, а за 30 долларов в интернете купили себе место на сайте. Систему приобрели. Купили на несколько сотен долларов товару и начали его торговать. Продали, еще купили, продали, еще купили. Не продали, не покупают. Сопоставимо ли вложение, слушайте? Сопоставим ли риск? Сопоставима ли ответственность? Сопоставимы ли доходы? Если бы люди всей земли, как говорится, поняли, как работает механизм сетевого бизнеса, нашли бы хорошую компанию, хорошие компании в разных областях деятельности, да мы бы так мир изменили. Все, кому это важно, кому это интересно, кто хочет заниматься таким видом деятельности, как сетевой маркетинг, счастливые люди, просто счастливчики. У меня за 2 месяца появились люди в 19 странах. Армения, Беларусь, Греция, Грузия, Кипр, Израиль, Турция, Молдова, Польша, Украина, Россия, Канада. Еще где-то, не помню. И эти люди самостоятельно ведут свой бизнес у себя. Я их не видел, я их не знаю, абсолютное большинство. Но они привлекают в бизнес других людей. И в 3-й месяц должно быть 800 новых людей. В 1-й месяц 200, 2-й 400, а в следующий 800, по идее, должно добавиться. Итого 1400 за 3 месяца. Как люди этого не могут понять, что вот всю жизнь положил вот этот парень Саша, чтобы получить вот этот вот такой результат. Ремонт автоэлектрооборудования. Вот. К нему заезжает в день несколько машин, он берет с них 20, 30, 40, 50, 100 гривен, в лучшем случае. Гривен, 8 гривен, 1 доллар. А? 2 доллара, 10. 15 долларов. Если он в день зарабатывает со всей своей командой нескольких электриков, бухгалтера и продавца, и кто там еще у него в персонале, долларов 60-70, а потом на всех это делит, поэтому он и ездит на «Шевролете» самом маленьком и ни на что не претендует, поэтому взгляд у него тусклый, хотя хороший человек, добросовестный. Но он видит мир таким образом. Я не хочу сказать, что вообще бизнес такой вот материальный, земной, традиционный, обычный, не приносит прибыли. Нет, конечно, я далек от этой мысли. Все работает, так и должно быть. Но просто для обычных, для нас, обычных людей, кто не тянет вот на такие вот, где это кредит надо брать, чтобы вот взять себе такую бандурятину в виде бизнеса и потом быть на всю жизнь привязанным к нему, никуда не уехать, ни в какую Женеву, ни в какой Доминикану, ни в какую Словению, ни в какую Таиланд, никуда не уехать, потому что уехал, так надо все время помнить, а что сделают эти ребята? Не уронят ли они чужую машину?
не сгорит ли это все хозяйство, не растащит ли у них продукты, которые, товары, которые стоят на полках. Да мало ли какая головная боль у традиционного бизнеса. А у нас с вами несколько десятков лично включенных человек, которые включили несколько десятков лично включенных, которые включили несколько десятков бизнес-людей, и вы стали богатым и свободным. Я желаю вам удачи. До свидания.